Экспорт предприятий Госкомвоенпрома за прошлый год превысил 1 миллиард долларов. Об этом журналистам сообщил председатель комитета. Основные направления продаж – Россия, страны СНГ, а также Азия и Африка. Географию поставок удалось диверсифицировать. Это позволило избежать влияния негативной конъюнктуры рынка на оборонный комплекс Беларуси. Итоги работы комитета представили в виде выставки вооружений и техники. Дмитрий Боярович подробнее. Представили новинки. Военпрома – это системы радиолокации, аппараты связи, беспилотники и всего больше 50 образцов. Сработали достаточно удачно по всем направлениям и по гособоронзаказу, и по финансово-хозяйственной деятельности предприятий, и по экспорту. В рамках гособоронзаказа мы поставили войска, отремонтировали либо модернизировали более 780 образцов вооружения военной техники. Это достаточно большая цифра. Госкомвоенпром планирует превысить показатель экспорта в 1 миллиард долларов в 2019-м. Ставку сделают на развитие стрелкового оружия и оборонительных систем. При этом Беларусь была и остается мирной страной, которая, впрочем, держит порох сухим. Дмитрий Боярович, Андрей Кульгавый, телекомпания СТВ.